Полиция Сургута перешла на летнюю форму одежды. Строевой смотр в четверг провел временно исполняющий обязанности руководителя городского ОМВД Владимир Бабушкин. Он оценил внешний вид подчиненных, наличие всех документов, проверил знания регламентов и закона о полиции. В смотре приняли участие более 300 стражей порядка из почти трех десятков отделов управления. Это мероприятие проводится согласно требования приказа начальника ОМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. До 25 числа необходимо перевести личный состав на ношение летней формы одежды. Вот. Ну, с учетом, в принципе, погоды, нам ношение формы одежды позволяет, значит, оставаться в зимней форме одежды, кроме воротников и зимних шапок. С 25 апреля сургутские полицейские приступили к репетиции Марша Победы. Строевую подготовку оттачивали на плацу вневедомственного отдела по вопросам миграции. Традиционно у МВД готовят к 9 мая три парадных коробки. В их числе женская колонна. Тренировки будут проходить ежедневно. Ожидается, что 8 мая пройдет генеральная репетиция Парада Победы.